Подарить добро может каждый, но мамы лучше всех понимают, насколько тяжело детям, у которых мамы нет. Новогоднюю сказку малышам Большеберезняковского детского дома решили подарить сообщество «Инстамамы» Саранска, Российский фонд милосердия и волонтеры Мордовии. Они организовали благотворительную распродажу в торговом центре, а на собранные средства купят то, что нужно сиротам. 27 декабря сообщество «Инстамамы» Саранска вместе с аниматорами, с фокусниками повезут праздник в детский, новогодний праздник в детский дом для малышей от 0 до 4 лет. Вместе с этим праздником мы привезем подарки новогодние и нужные для лечения детей аппараты. Покупателей на ярмарке много, потому что цены смешные. Участников тоже много. Вещи, которые не пригодились, подарки ручной работы, игрушки, домашние пряники. Люди безвозмездно отдавали то, что не жалко. Организаторы принципиально не устраивали просто сбор денег. Гораздо приятнее, говорят, обмениваться энергией. И все, кто посетит ярмарку в эти выходные, помогут детям-сиротам, одновременно приобретая какую-нибудь интересную вещицу. Ты в полной мере осознаешь, что такое материнство, что такое дети, что такое детство без материнства, только тогда, когда у тебя появляются собственные дети. И тогда ты в полной мере можешь вообще это прочувствовать и понять, насколько это тяжело и непросто. И вот, ну, как бы, как могли, вот какими силами, усилиями это все сделать, собрать. И почему, как бы, распродажу делаем, не просто там собрать денежками, а очень хотелось как-то вовлечь как можно больше людей. На благотворительную распродажу можно прийти с детьми. Здесь будут работать аниматоры. А еще можно принять участие в мастер-классах по росписи глиняной игрушки или своими руками сотворить новогоднее панно. В воскресенье на закрытие ярмарки участников ждет аукцион и праздничная шоу-программа. Прийти и подарить добро детям из детского дома может любой желающий. Олеся Плакиткина, Артем Руденко. Наши новости.